Что самое главное в футболе? Вот во времена динамовско-спартаковского противостояния еще Бесков говорил, самое главное — красота, зрелищность игры. Лобановский говорил, красота забудется, результат на табло останется. Что главное, счет или красота? Для болельщиков главное — это красота футбола. Для специалистов, для игроков, для клуба очень важно — это результат.